Мы приехали на водопад, которого пока еще не видно. О, тут походу мороженое можно купить кому надо. Мы шоколад так объели, что нам уже никакого мороженого не надо. Видочки вокруг. Ну да, мороженое. Какой-то заборчик, какой-то домик. Смотрите, какие горы здесь. Там еще какой-то домик есть на горе. И куда-то мы поворачиваем. Что-то мы там сзади увидим. Вернее, спереди. О, лесенка поперла. Там что-то шумит, значит водопадик. Маленький? Да. Я думал, Ниагарский водопад увижу. Да, практически. В миниатюре. О, там еще мостик будет, смотрите. О, а потом обратно по 12. А лифта нет, мы кушаем, поэтому нам полезно. А лифт не предусмотрен, да? Предусмотрена дегустация у нас сегодня. Дегустация чего? Водопада? Нет, дегустации предусмотрены. За наш график. Ой-ой-ой. Вот. Спустились вниз. Так, вон водопад. Ну что-то это больше на ручей похоже, чем на водопад. И вот это называют водопадом. Вы представляете? Светик, похоже на водопад, а? Водопад, а что же это такое? Что это, ручей какой-то? Ну, смотрите. Кто считает, что это водопад, ставим лайк. Кто считает, что это водопад? Водопадик. Он сейчас лето, он очень лето. Вот девушка вышла попозировать на мою видеокамеру. Видите, вот танцует, смеется, радуется. А просто на, я сюда тоже пройду. Так, о, куча тут фотографов собралось, видите? Селфи будут сейчас делать. Светик, а меня-то будешь фоткать, а? У них селфи палка, это минимум на час, а нет. Здесь можно искупнуться, 18 градусов водичка. Кто желает, пожалуйста. Желающих что-то здесь мало, здесь мужчина один искупнулся, и что-то больше никто не хочет. А вот и я делаю селфи у крутого водопада на втором месте после Ниагарского. Смотрите, там сколько желающих еще собралось и пофоткаться. Море народа. Теперь мы ползем наверх по лестнице. Приветик. Вон девушка нас обогнала. Куда-то торопится, куда не знаю. Там автобус придержи, ладно? Скажи, что мы задерживаемся. Смотрите, какие шикарные виды на моем фоне. Я украшаю вот эту красоту всю. Полюбуйтесь, какой пейзаж. Какой красивый блогер. Видеоблогер на фоне замечательной природы. Ну и ладненько, давайте без меня позырим. Вот я там пару елочек загородил, не все пейзажи видно. 360 градусов. Водопадик, конечно, пипец, высох весь. А в августе, говорят, его вообще может не быть. Так что нам, так скажем, чуть-чуть повезло, что-то увидели. Это наш автобусик. Он только отошел, уже мое место заняли. Сейчас мы в деревне Кака-Петрия. В переводе обозначает плохой камень.
Смотрите, какая обстановочка классненькая вокруг. Красота вокруг, горы. Светик побежал местечко занимать. Потому что если я побегу местечко занимать, то я не смогу виды показать красивые вокруг. Мы направляемся теперь туда. Посмотрим, что тут есть вкусного и интересного. Внизу находится у нас туалет. Здесь вы печку спускаетесь. Да, моя группа. Сюда, пожалуйста, проходит. Туалет здесь. О, столик, все включено, пожалуйста. Можно скушать, сколько сможешь. Довольно-таки сытный обед, но, если честно, кушать особо неохота, потому что мы там шоколада съели очень много. Вот. Смотрите, какие столы красивые. Тут еще есть видочек на улицу. Вот. Смотрите, какие классные виды. Ох, воздух вообще обалденный. Так, сейчас пойдем искать местечко, где Светка заняла столик. Я даже не знаю, где она заняла его. Светик, а где ты стол заняла? А вот смотри, кувшин. Кувшин? Здесь кувшинов много. Пойдем. Нет, не заняли. Так, кувшинов здесь много. Моя это... Все, вижу. А то Светик говорит, иди туда, где кувшин. Представляете, вот я должен найти место за столом, где кувшин. Смотрите, сколько кувшинов. Это же просто пипец. Нереально найти место с кувшином. А вот то, что кепочка, вот по кепочке уже можно определить наше место. Ну ладненько, я пойду пока наберу покушать. Что будет интересненько, я засниму, конечно. А вот видите, арбузики несет. Смотрите, какой у нас столик здесь красивый. Покушать уже набрали немножечко. Светик у нас, смотрите, сколько обжорка наш, хомячок набрал. Больше, чем я. Я чуть-чуть, а оно в два раза больше. Смотрите, она весит в два раза меньше меня, а ест больше в два раза меня. Да. Я это не хочу, так я весело попробую. Вот такой у нас столик классненький. Вот. А вот и мы. Желайте нам приятного аппетита. Светик. И ты желаешь мне приятного аппетита, а ты молчишь. Безобразница. Никакой культуры, безобразия. Все, так. Начнем с этого. В следующем видео мы продолжим нашу экскурсию гурман. А кому понравился обзорчик этой части, супер-пупер водопад и обед, который у нас был, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Всем до новых встреч!